Сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят мероприятия, которые направлены на безопасность дорожного движения. Профилактический рейд «Автобус» призван выявить и пресечь нарушения правил при автобусных перевозках. Недавние трагические события в Калужской области показали, что эта сфера требует повышенного внимания как со стороны водителей, так и со стороны инспекторов. Соблюдение правил дорожного движения и исправное техническое состояние автобуса – это необходимые условия любых пассажирских перевозок. Регулярные сплошные проверки автобусов в Смоленской области проводятся 2 раза в месяц. Это помогает выявить и пресечь деятельность многих недобросовестных перевозчиков. В ходе мероприятия особое внимание сотрудники ГИБДД обращали на то, чтобы водители следовали установленным режимам труда и отдыха. Также проверяли документы о прохождении предрейсового контроля и соблюдении исправного технического состояния транспортного средства. На постоянном контроле у госавтоинспекции также находятся и детские перевозки. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.